Опа! Понял. А я тоже, как Катя, буду не такой примерный ученик, и текст, который написан у вас... Алло? Да, вот так вот, хорошо. Мой доклад будет немножко не совсем такой, как записан. Сейчас я прямо скажу, чего не будет. Значит, вместо 5 правил, как замотивировать студента, будет всего одно правило. Вот я просто послушал про лицензирование шрифтов и понял, что, в общем, нам тоже надо что-то делать. 7 правил сразу выкинуть. Ну, просто 4 правила уже будут на других условиях. А вот. Потом мне хотелось бы поговорить про серебро набора, но не на бумаге, а на других поверхностях. Да, у нас будет и золото набора, и чугун набора, и даже железобетон набора. Вот, потому что на бумаге, в общем, здесь есть люди, которые намного лучше меня в этом разбираются, и мне не хочется выглядеть глупо. Также я вам открою одну тайну из жизни Ивана Федорова. Вот, сенсационную, я бы сказал. Вот, и кратко рассказав о типографическом видео, я вам расскажу, как можно сделать типографический фильм нажатием только одной кнопки. Ну, просто много раз. Так. Ну вообще я хочу поприветствовать всех гостей, участников и интернет-зрителей серебра набора, потому что это, конечно, что-то колоссальное и грандиозное. Перед ГИН я просто преклоняюсь, потому что вот как вот можно так все это сделать, оставаясь такой спокойной девушкой. Я вам сейчас просто расскажу из личного немножко. ГИН, это тебе аплодисмент. Дело в том, что, ну, вы знаете, я там такой вот нервический человек, вот, и мне всегда казалось, что вот какие-то такие крупные мероприятия можно делать только так. А там я вчера ГИН звоню по телефону в 11 вечера, ну, так, в шутку говорю, ну, ты, наверное, спишь? И да, Саша, я уже легла. Я говорю, ой, слушай, ну, прости, а мое выступление-то там в 4? Говорю, Саша, посмотри, пожалуйста, на сайте. Я подумал, во, круто, вот я бы так не смог. И я эту женщину еще сильнее зауважал. Аплодисменты ГИН. Сегодня у нас в моде серебро, и мы будем говорить о серебре набора, но не на бумаге, как я уже сказал, а на каких-то других поверхностях, потому что ужасно хочется посмотреть на то, как, ну, как профессионалы с этим общаются, мы все знаем, а как вот непрофессионалы, это, с одной стороны, иногда бывает довольно комично, с другой стороны, может быть, непрофессионалы вот в области типографики будут обращаться к профессионалам в области типографики и каким-то образом взаимодействовать. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, чего? А, я понял. Секунду, ребят. Нижний вниз. Я нижний нажал. О, отлично. Здание нашего института, которое я закончил, и ГИН, и вообще, мне кажется, тут треть, а может быть, и какая-то другая часть имеет к этому отношение, выполнено в виде книги. Насколько я знаю, это самая большая книга в Москве и Московской области, а может быть, даже и в мире. Вот, и проектируя это здание, люди, ну, вероятно, они задумывались о том, чтобы каким-то образом вот сымитировать вот это вот, вот эти вот строчки, вот этот вот какой-то интерлиньяж, там даже есть подобие полей сверху. Вот. Ну, боковых полей нет, как бы полоса набора вырывается за пределы книги, тем самым растворяясь в пространстве. Вниз, да? Нижняя кнопочка. Куда? Вот, ну, ага, понял. Ну, так получилось, что вот в нашем мире, вот особенно даже в нашей стране, тема книги каменной большой, это какая-то очень популярная тема. И вот некоторые создатели этих памятников, ну, условно назовем их скульпторы, они, конечно, с этой проблемой справляются, некоторые довольно тонко и изящно, а некоторые, в общем, довольно толсто и неизящно. Вот когда речь идет о расположении шрифта на этих каменных книгах, в принципе, не профессионал, хотя профессионал в другом каком-то в области своей, вот в области камня и резца, он вынужден придумывать какие-то отступы, какие-то поля, и часто ему подсказывает внутренний какой-то, ну какое-то представление о прекрасном, где надо провести вот эти поля, а иногда вот что-то ему не подсказывает. Вот. И мы видим какие-то такие довольно
курьезные полосы набора с очень красивыми косыми полями, довольно экспериментальные интерлиньяжи, выступы. Вот, и в смысле, вот этот вот левый слайд, наверное, он показывает, ну, такой более деликатный, что ли, подход к этой полосе набора каменной. Известно, да, что если большая книга, значит, туда очень много может влезть. Мы, дизайнеры, знаем такую хитрость, что если книга огромная, то можно там сделать какой-нибудь поля какие-нибудь, или там, я не знаю, на 2-3 колонки пустить, или шрифт увеличить. Вот. Но вот если, например, есть возможность на большой книге написать много шрифта, много текста, вот, иногда люди, делающие такие памятники, они, как правило, посвящены, ну, каким-то, ну, то есть, функция этих памятников книжных какая-то очень такая символическая, литературная. То есть часто здесь пластические задачи как-то уходят на второй план. Вот, ну, на самом деле это исследование у меня есть часа на полтора. То есть это такая тема, где были замерены все самые главные памятники с книгами, высчитаны все полосы набора. Я вас просто этим не буду утомлять. Это такая отдельная, довольно интересная история. Мы с моей супругой Натальей Вельчинской любим вот всякую такую, такие всякие курьезные вещи фотографировать и исследовать. Вот логотипы от холодильника, вы знаете, там еще всякие. Вот. Ну, когда человек вот все-таки каким-то образом старается рассчитать эту полосу набора, даже, может быть, не полосу набора, а хоть какие-то поля, тогда, в принципе, воздействие от памятника становится какое-то, ну, более, что ли, ну, более правильное, более на каком-то, не только на литературном уровне. Но если скульптор разойдется, то тут, конечно, и абзацные выступы, и абзацные отступы, и какие-то отличнейшие поля, и всякие межбуквенные пробелы, то есть человек старается, конечно, максимально на чужом поле сыграть так вот активно. Вот здесь разные выключки у нас есть. Ну давай. Вот. И, в принципе, одним из вариантов решения этой проблемы, ну, является как бы некоторая такая, ну что ли, завуалирование такое, не идти вот так вот абсолютно в натурализм. Да, вот это памятник довольно знаменитого, изображение знаменитого человека Лоренцо Медичи, который стоит в Йошкар-Оле, там, вы знаете, очень много всякого теперь стоит. Вот. И вот эти вот красивые червячки каллиграфические, мне кажется, они, ну, как бы передают дух вон той самой Венеции, которая вообще непонятно где, и перед которой люди преклоняются. Вот. И вот эти вот поля набора, точнее, поля вокруг набора, конечно, они напоминают нам книги группы Циан, вот с этими тонюсенькими по 5, по 4 миллиметра. Вот, и мне даже кажется, что вот это венецианские, цианские, вот здесь вот есть какая-то завязка. Да здравствует Йошкар-Ола. Да ну что такое? Ну, вот. Ну, конечно, всегда ужасно приятные эксперименты памятника делателей, ну, связанные с выбором формата, да, то есть вот здесь вот 2:1, такой вот очень четкий формат, очень решительный интерлиняж, мне кажется, он даже более решительный, чем в предыдущем выступлении, вот, и очень-очень контрастные поля, таким образом, понимаете, разворот, он как бы объединяется вот в некую единый такой вот квадрат, то есть здесь, да, и, кстати, книжка, вот обратите внимание вообще на эти книжки, то есть у них, как правило, нету корешка, а вот это вот местечко, вот это вот, штучка, которую в нашем институте на первом курсе даже вот так выклеивают, чтобы понять, вот как эта книга устроена. Вот. Она вот в этих вот каменных книгах, она какая-то вот где-то не в том месте. То есть человек, в принципе, знает, что там какой-то такой прогиб существует. Здесь нет никого, вот, я никого не обижаю, тут авторов нет. Вот. Но в то же время, конечно, понятно, что человек делает как бы некий образ книги. То есть это так, как бы серебро набора в бронзе уже там как бы в принципе перестает быть серебром набора. Вот. А эксперименты с форматами. Квадратная книга, да? Вот мне кажется, в те времена Нестора летописца как раз вот этот формат был, ну, нам просто как бы рассказывали, что таких форматов не было, но на самом деле получается, что был. Вот. Но в то же время здесь вот довольно деликатно
подошел человек вот к этой полосе набора, но все-таки вот не сделав эти буковки, мне кажется, он больше сказал, чем если бы он там написал какие-то вот такими огромными кирпичами какие-то цитаты. Вот, это вот тоже отличная книжка из Красноярска, в которой, сейчас вы посмотрите, там как бы в рамках одного разворота использовано сразу несколько вот этих вот форматов полосы набора. То есть это такой, конечно, довольно... Это как бы книга будущего, да, то есть это вот то, о чем Корнеев говорит, то, о чем Кричевский говорит, это эксперимент, который, мне кажется, надо поддерживать. Ура! Сейчас, а где та точка, на которую я должен смотреть? Куда я должен тыкать? Вот на того молодого человека. Батарейка села, вот, ребят. А, вот это просто шикарная книга, ну тут смотрите, тут... Тут как бы сделано все, кроме вот возможности прочитать. То есть здесь сделаны отступы, здесь сделаны межсловные пробелы, здесь сделана какая-то нам подпись человека, который этот закон написал. Смотрите, короткая фамилия и маленькая точка. Да, это азбука Брайля для слепых, но тут как бы... Тут был заложен какой смысл? Что вот этот вот человек, такой ходок, пришел, крестьянин, и закон перед ним открыт. Он его может понять, да, то есть как вот такой вот смысл этого памятника, то, что закон, он у нас для всех, все его должны исполнять, а получилось совсем наоборот, да, что человек такой несчастный приперся со своим мешочком, со своим песиком, сейчас, секунду, пришел со своим песиком, значит, смотрит этот закон, трогает своими пальцами, вот этими, которыми он там, вот этот плуг, там, саху, вот он трогает, и кроме слова закон, он ничего понять не может. Понимаете, да? То есть вот закон, он как бы вот так вот как бы создан, но и его надо выполнять, кстати. Ну что конкретно делать, непонятно. И вот он стоит так вот и не понимает. Я долго ходил вокруг памятника Ивану Федорову. Он стоит у нас, знаете где, да, там рядом с Лубянкой. И раньше он стоял на открытом пространстве, теперь вокруг него Феррари и Булгари. Вот, я ходил, и что-то мне казалось, что что-то с ним не то. Друзья, сейчас вы, вот если кто стоит, вы лучше сядьте или возьмитесь за стену. Значит, это просто я вот в среду ходил, снимал. Значит, что на этом памятнике изображено? Значит, вот там вот у него в руке доска, да, с которой был апостол напечатан. В руке вот в этой вот, в правой у него свежий оттиск, он на него смотрит. Ну и там такой вот тампончик, которым он красочку натюкил. Да, это все понимают. Вот. А там нельзя как нажать? Вот, давай. Значит, причем я даже забрался вот это Булгари, там, значит, попросил охранников, чтобы они мне дали из окошка сфотографировать. Вот что это все не то, вот что-то там не то. Давайте еще следующий кадр. Мы, кстати, знаем, как выглядит книжка вот эта, да, первопечатная. Значит, с левой стороны картинка, с правой стороны текст. Ну, понятно, да, что на самом деле правая и левая часть, они не с одной доски печатались. То есть там отдельно была у него рамочка, которую он еще в других случаях потом использовал. Вот отдельно был человечек. Картинка слева, это справа. А теперь смотрим, что на доске. Значит, он пользовался неправильной доской. Он взял доску позитивную, понимаете? То есть он не зеркальную доску взял. И с нее напечатал зеркальный оттиск, друзья. То есть это неправильный памятник, понимаете? То есть памятник первопечатнику, который, собственно, даже показывает нам не личность человека, потому что как выглядел этот товарищ, никто не знает. А он показывает вот как бы сам принцип печатания. Вот он держит вот эти вот все атрибуты, да, если бы он просто там стоял, да, подбоченившись. Понимаете, да? То есть как вот и наш институт недавно получил имя Ивана Федорова. Иван Федоров ни в чем не виноват, но скульптор Волнухин. На памятник деньги стали собирать еще в 19 веке, построили к 909 году. Вот. И никто об этом не знает. Но теперь вы об этом знаете, друзья. Так, ну вот он, этот несчастный товарищ, вот эта несчастная история. Значит, если еще пробежаться по книгам, то мне кажется, что, конечно, вот решение с, ну, такой чистой полосой, то есть когда эта бумага все-таки, вот, особенно фактура камня, гранита, не полированного к тому же, она вот как-то похожа на вот эту вот бумагу,
Вот. И там, я не знаю, вот там скульптор Манезер на станции метро, наши любимые, где каждый трет какой-нибудь. Кто трет нос собаки, поднимите руку. Отлично. Кто трет этот самый у петуха вот эту вот такую штуку? Тоже есть. Вот. Кто-то там коленку у девушки, кто-то туфельку, кто-то наган. Вот. Есть люди, которые трут книгу у этого человека, и она блестит. То есть это зеркало набора, понимаете? В общем, Манезер молодец. Еще несколько памятников. Вот. И вообще я хочу сказать, что я очень благодарен ряду людей, которые помогли мне с поиском этих фотографий, потому что не все я мог, конечно же, сам сфотографировать. Большое спасибо тем, кто мне через Facebook все это дело прислал. Так, назад листаем. А, да, и вот самое главное, смотрите, дело в том, что мало кто из вас знает, что рядом с памятником Ивана Федорова находится музей. Музей, посвященный металлическому набору. Этот музей, в нем экспонаты, где из металла, ну, практически чугуна, отлиты как бы основные формы, основные характерные вот эти вот элементы набора. Там есть и отступы, и колонтитулы. Вот. И что самое интересное, что этот музей, он открыт для нас постоянно, круглосуточно, и вход не стоит никаких денег. Вот, потому что это все находится в подземном переходе, и вы всегда можете там оказаться. И даже более того, можно прийти туда, если у вас гложет какая-то, ну что-то не знаю, что делать. Да, вот делаем дизайн какой-нибудь, делаем. Блин, вот какой сделать отступ? Такой делал. Нету мыслей. Пошел в подземный переход, посмотрел, и все. Там все есть в этом подземном переходе. Я вас уверяю. Вот, и, кстати, вот с этим подземным... Сейчас мы перейдем на следующие кадры. Там, кстати, еще видео будет. Вот. И девчонки будут. Все, как вы любите. Значит, и там я как раз нашел некую такую листовочку, которая посвящена фестивалю одноминутных фильмов. И это как бы нам даст возможность перескочить вот в эту вот вторую мою тему. Давайте мы включим файл номер 2. Вот, это я просто к слову прям запыхался. Мы с моей супругой любим вот всякие такие какие-то вот глупости, и глупости тоже любим. И в какой-то, ну и постоянно вот фотографирую, ну многие из вас это делают, вот всевозможные вот эти буквы, которые люди пишут там, знаете, вот на рынках, там на каких-то этих самых ценниках. И, ну то есть когда люди просто пишут, да, чтобы передать информацию, ну как бы, ну вот, это одно, да. А когда люди, вот как те скульпторы, вот они стараются как бы вложить какую-то красоту, да, то есть они знают, что у букв есть там какие-то вот, вот там то у вас вот тоже есть на плакатах такие вот выделенные всякие каплевидные элементы, пламевидные, там всякие энтазисы, вот эти вот все дела. Вот, и люди это тоже хотят. Почему это должно быть уделом профессионалов? Вот. И мы все это дело фотографировали, причем там про каждую надпись своя отдельная история. Саша Королькова замечательная помогла все эти вещи обозвать правильными словами. Ну, потому что это только профессионал может все обозвать правильными словами. Вот. И в итоге из этого, на самом деле, большого проекта, вот как один из выходов, это был вот этот вот триптих, посвященный Владимиру Ефимову на его выставке. Вот, ну, как бы это показывало, вот как бы выглядел мир, если бы не было Владимира Ефимова. Ну, на самом деле все так бы и было. То есть Владимир Ефимов, мне кажется, он вот он с нами сейчас, потому что, ну, как-то не знаю, по-моему, он с нами. Давайте ему поаплодируем. Значит, переходим к теме видео. Сразу признаюсь, мне эта тема нравится, но я в этом на самом деле довольно плохо разбираюсь. Я там общаюсь со студентами, конечно, это всячески скрываю, вот. Тем не менее, очень хочется как бы всех остальных как-то завести, вот, и потом с удовольствием на это дело смотреть. Значит, что касается вон той листовочки. Фестиваль одноминутных фильмов. Ух, мне понравилась эта тема. Я подумал, вот хорошее какое условие. Одноминутный фильм. Это же... Ну, это как-то очень хорошее, вот такой вот как бриф такой, прям очень коротко. Как-то я так пришел домой, посмотрел в интернете, там уже кто-то стал загружать эти одноминутные фильмы, и оказалось, что все эти одноминутные фильмы, они
какие-то там 55-секундные, какие-то там 63-секундные. То есть вот время вот это совершенно вот, ну, как бы не влияет. Даже там были одноминутные, но, ну, просто сюжет вот он как-то идет, и вот, ну, просто его подгоняли. Я понял, ага, Санек, у тебя есть возможность проявить себя и наконец-то победить в конкурсе. Я понял, что я должен сделать какой-нибудь типографический фильм, в котором будет 60 цифр, которые каким-то образом будут возникать. Ну, я подумал, что это будут 60 людей, которые называют 60 чисел от 1 до 60. Вот. И в ходе как вот этой съемки получилось, ну, чтобы вектор был, да, чтобы... Войны, я помню про время. Мы, мне кажется, как раз вот перешагнули уже вторую треть. А значит, чтобы вектор был не горизонтальный, а такой немножечко поступательный, значит, эти люди, соответственно, должны там от 1 года быть до 60. Вот, я взял камеру, я неделю это снимал, и вот что у меня получилось. Пожалуйста, фильм номер 3.56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
я раскрасил все эти, значит, кадрики разными цветами и отправил туда. И сразу позвонил. Мне говорят, ну да, неплохой ролик, но, к сожалению, ничего не получится. Я говорю, подождите, я неделю снимал фильм. Значит, он у меня одноминутный. Вот у вас не одноминутный фильм, у меня одноминутный фильм. Это самый правильный фильм. Я говорю, да, все правильно, но вы смотрели, когда дедлайн? Я говорю, нет. Значит, вчера. То есть я опоздал на один день. Я говорю, слушайте, ну, ребят, ну это... Ну как, где дедлайн всегда можно пододвинуть немножко, да, ну как бы там все же, все, это же классный мультик, классный фильм. И говорят, вот вы знаете, говорят, вот вы сделаете свой фестиваль, и вот там вот пододвигайте дедлайн. Давайте следующий кадр. Ну, я, конечно, расстроился, вот, что-то подумал, с женой посоветовался, мы решили сделать фестиваль. Фестиваль типографического видео. Здесь, кстати, вот одно из правил номер 4 по мотивации студентов, оно связано как раз с тем, чтобы расширять учебные рамки учебного процесса и делать так, чтобы вот не было у них вот их жизнь такая, да, вот здесь вот у нас учеба, КАИПИ, у нас так это в институте называется. А потом, значит, опять какая-то жизнь, вот все было вот. Вот наш вот дизайн, наша вот эта вот какая-то дружба, наши, я не знаю, там, вечеринки, наши какие-то проект, это все некое единое целое. Вот, поэтому, имея в руках такой мощный ресурс, как студенты, в основном студентки, вот, можно было, оказалось, что все это можно провернуть. То есть ты сидишь там что-то, а давайте там сделаем там сайт, а давайте там что-нибудь там найдем каких-то спонсоров. И вот три девушки, Анна-Мария Кандалес, Света Кузьмичева и Юлия Кондратьева, оказались ну, такими вот, второй курс причем, очень пунктуальными, очень такими ответственными, соратниками, вот, и удалось все это как бы сделать, вот я думаю, кто-то из вас поднимите руку, кто был на типомании или там каким-то образом участвовал. О, и причем, кстати, здорово, что не очень много, потому что я сейчас расскажу про то, что будет дальше. Значит, фотографии нам сделал мой большой друг Боря Бендиков. Девочки, вот здесь никакого фотошопа нет, как вы понимаете, это все вот вручную красилось, это много часов было. Давайте, пожалуйста, дальше, в следующий. А, блин.
А, вы сами можете нажимать. Ну, хорошо. Нашлось большое количество друзей, партнеров, которые поддержали этот фестиваль. И как-то, знаете, получилось все очень легко. Я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что это, на это уйдет очень большая часть моих внутренних сил. Оказалось, что совершенно ничего такого лишнего не ушло. И пришлось после этого потом ехать там еще несколько раз в горный Крым на велосипедах, чтобы хоть как-то немножко вот это накопившееся сбить. Вот, значит, причем было несколько фотосъемок, была еще девушка Карима, моя учительница по йоге, вот, которая лежала, это тоже никакого фотошопа здесь нет, она лежит на зеркале, приволокли такое зеркало, вот как от Ильи до меня, вот такого оно размера было, это зеркало, на нем она лежала и создавала все эти буквы, вот, почти все буквы получились, вот, без фотошопа. Вот, я потом это... Да, и потом, видите, я тут вот напутал, да, вот это вы знаете, да, вот эту историю. Кто-то даже приз за это получил. Вот, я не стесняюсь, пожалуйста. И на этом фестивале оказалось, прекрасные люди пришли, стали членами жюри. Прекрасные люди пришли, стали участниками, победителями. Девочки нашли компанию «Татан», которая выстругала вот такие потрясающие деревянные буквы, тяжелые, то есть 9 призов, 9 вот этих букв. У нас были мастер-классы, был показ этих фильмов, была выставка. Я просто боюсь начинать называть фамилии тех людей, которым я благодарен, чтобы, не дай бог, кого-то не обидеть. Была презентация книги и выставка Юрия Гордона. Вот. В общем, получилось, что это какой-то как-то очень так вот... здорово и весело. Вот здесь вот некоторое количество роликов, которые стали победителями. Ну, как бы жюри выбирает, я тут к этому вообще ни при чем. В этот раз у нас будет новое жюри, новые люди. И на самом деле я хотела рассказать о том, что фестиваль мы решили сделать ежегодным и, возможно, даже будет международным. Давайте включим там такую заставочку следующую, праздненькую. И мне очень хочется вас всех пригласить... принять в нем участие. Значит, участвовать человек может в конкурсе, да, то есть это сделать какой-нибудь шрифтовой ролик, то есть видеоролик, каким-то образом связанный со шрифтом, с каллиграфией, с типографикой. Причем это может быть и игровое кино, и какой-то стоп-моушен, и маленькая заставочка на 5 секунд, и какой-то, ну, конечно, короткие фильмы всегда приятнее смотреть. Я хочу сказать, что у нас в этот раз у нас будет более простая история с поддержкой фестиваля. То есть мы решили не связываться все-таки с нашим ГУКом, который, ну, это такой вот очень. Вы видели книжку, да, вот эту. Очень такая организация довольно тяжелая. Вот. И у нас уже появились попечители, которые нам помогут. И мне очень приятно, что главным попечителем у нас будет компания Paratype. Просто аплодируем, друзья. Вот, поэтому все будет, все произойдет. Я думаю, у нас будут люди и участники, и, может быть, гости за границы. Возможно, это будет несколько дней. Возможно, у нас будет студенческая программа, связанная с какими-то демонстрациями каких-то студенческих проектов. Про это мы еще все будем говорить. Значит, в какой-то момент на сайте все это произойдет обновление. И вы про это все узнаете. Я уже, смотри, уже закругляюсь. Значит, теперь я быстро показываю вам следующее. Значит, вот смотрите, сделать типографический ролик на самом деле очень нетрудно. Вот я сейчас вам покажу, как я сделал типографический ролик сам. Значит, есть такая Катрина Заск, ну, моя любовь. Я думаю, всех тоже. Давайте включим ролик, который показывает, как она анимирует свои штучки. То есть, я не знаю, я когда на это смотрю, у меня просто как-то... Просто что-то внутри сворачивается и переворачивается. Вот. И мне показалось, что, ну вот, конечно, классно было бы так научиться, но для этого надо владеть каким-то там программингом, какими-то там, я не знаю, владеть флешем. Ну, у нее, в принципе, есть знакомый, который это делает. Вот. Но у меня такого знакомого нет. Ну и на самом деле приятно самому это делать какими-то, может быть, доморощенными способами. А я вообще люблю такие всякие доморощенные способы. Давайте включим файл под названием 08PDF, в котором всего 3 кадра. Значит, я открываю свою любимую программу InDesign, но я в таких случаях всегда открываю свою любимую программу InDesign. Я наделал просто таких колбасок, которые можно было покрутить туда-сюда.
Вот, эти колбаски, значит, то есть я сделал принт-скрин надписи, потом, значит, каждую колбаску повернул. А, этот кадр я поместил в Photoshop. Потом, значит, все колбаски повернул, опять сделал принт-скрин, опять Photoshop. Потом еще раз немножечко повернул, опять Photoshop. Времени много у меня на это, конечно, ушло. Давайте следующий кадр, вот этот вот видео включим. Вот, я понимаю, что это можно было бы сделать быстрее, но зато, ну, мне как-то удалось самому достичь этого эффекта, чему я безумно рад. Эффект, пожалуйста. Вот. Ну, это приглашение вот к моему приятелю Борису в его подвал на вечеринку. Вот. И кстати, еще вот я вам хотел сказать про секретный способ делания, прям вот 2 минуты, про секретный способ делания мультиков вот нажатием одной кнопки. Значит, делается так, смотрите, тоже это тайну открываю, тайна индизайна. Значит, берете какую-нибудь векторную программу, ну, у которой много анду, вот, и начинаете там двигать какие-то там свои вот эти штучки, там буковки какие-то. Вы можете заранее себе там где-то рядом подготовить какие-то важные элементы, что-то двигаете, причем вы можете очень как бы подумать, там подвинуть. И когда вы вот, и, собственно, вы мультик делаете сразу, а потом вы нажимаете на анду, так, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, и у вас в обратную сторону все так прокручивается. Можете сделать редо, и тогда у вас все вперед. Вам достаточно только включить какую-нибудь программу по захвату видео, чтобы она это просто зафиксировала, и все. То есть вы потом можете ускорить там, убыстрить, это уже все. Все, то есть вообще ничего не надо, понимаете? Вот, и вот в завершение своего выступления я хочу еще раз поблагодарить ГНЭ и все серебро набора, которое здесь собралось, и подарить песню группы «Серебро». Пожалуйста, последний файл. Это наш первый курс.